Вот такие вот цикады. Каждые 14-15 дней они, как у них линька такая происходит своеобразная, вот они панцирь этот свой, вот тут вот сверху на всех такая расщелина, видно отсюда, и происходит снятие вот этого вот панциря. Такие они полностью. Уже тут майский жук прибежал к ним. Вот такие вот цикады. Их очень много. Летом они все трещат так сильно.